Пенсионеров Челябинской области будут обучать компьютерной и финансовой грамотности. Кроме того, для них будут проводить бесплатные занятия спортом. Люди старшего поколения смогут заниматься скандинавской ходьбой и плаванием в бассейне. За первое полугодие этого года прошли обучение 1845 человек на этой базе. Около трети населения Челябинской области – люди старшего поколения, поэтому для них сейчас проводят уроки по освоению компьютерных технологий, в том числе и в режиме онлайн. На такой формат перешли более 1400 пенсионеров. В этом году популярность набирает серебряное волонтерство. Это направление, это ресурс, когда ровесники друг другу оказывают помощь и поддержку, причем, будем считать, на общественных началах. Это очень важно, очень позитивно и воспринимается хорошо и самими волонтерами, и, конечно, теми, кому эта помощь необходима. Добавлю, в Челябинской области региональная часть федерального проекта «Старшее поколение» реализуется уже третий год. Его основная задача – увеличение продолжительности здоровой жизни.